Так, подержите, да, чтобы я туда залез. А портфель ничего, что здесь будет? Ничего, не могу. Никто его? Не, ну я там буквально чуть-чуть мне снять, буквально меньше не минуты. Проблема, он здесь будет, пока здесь никого нет. Ага. Здесь, поэтому ага. Ничего страшного. Так, надо снять ботинки, видимо, да? А, мы решили так, что, в принципе, можно в ботинках, потому что сейчас не супер грязно. А там никакой подушки не предполагалось? Нет? Нет, предполагалось. Вроде это Дима материал мне говорил. Сам, он мягкий, мягкий, поэтому этого не требуется. Ага. Ой, тут в старости там уже все ничего не гнется, поэтому сложно. Ой. Ага. Закройте на минуту, я. Хорошо, вы постучите, когда будете готовы. Ага. Ой. Ой, спасибо. А вот появились как раз. Жалко, я чуть-чуть раньше вылез. Там же все дело в этих стихах на черных полях. Видео. Наверное, это никому не попадает. Ну, конечно же, максимум, кто продержался, что это 5 минут. Да. А они там раз в 10 минут примерно, раз в 20 минут появляются. Спасибо. А вы можете сказать, чьи это вот вещи? Это, значит, Дим Хворост, да? Да. А вот это? Это работа Кирилла Савченкова. Кирилл Савченков. Это работа Алексея Таруцова. Как? Алексей Таруцов. Алексей Таруцов, да? Нет, он Таруц. А Таруц, Таруц, Алексей Таруц. Так, а это? Это Алена Селецкая. Алена Селецкая. Это нитки, да? Она выпускница ИПСИ. Ага, ИПСИ, ага. Это стрелы и нитки. Угу. А, да, стрелы, да, стрелы. Так, а это? Вот это Виталий Беспалов. Ага. А это что за? Из скотча. А вот это что за штучки? Это окурки. А, это окурки просто, да, ага. Ага, и восьмерка такая, да? Ну, по идее, здесь не должно читаться восьмерки, но он решил повесить так, поэтому... Ага, но она читается. Да, она читается. Восьмерка. Да, 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 да. Так, и вон еще одна работка маленькая. Вот это чья? Это Ирина Горбачева. Горбачева, да? Да. А что это, банки, они пустые или с чем-то? Они пустые банки, ага. И джойстики от пульта. Это понятно, да, для игры. Понятно. Я думаю, что, чтобы было более четко, ага. Про выставку, да. Это надо... с Димой договориться, он расскажет концепцию, ага. И так далее, потому что... Но это-то мое, там видео используется. Да. Да, это я знаю про эту штуку. Да, интересно. Значит, всего сколько работ? Раз, шесть два, работ. Три, четыре, пять, шесть. Шесть работ. Да, то есть это работа Алексея Таруса, она выходит
первый зал, и она там единственная. Чья? Вот, вот это с перчатками, да? А, ну-ка я посмотрю. А, точно, вот. Это как пылесос, что ли, да? Это пылесос? Нет, это рука. Не, понятно, что рука. Вот эти... Такое... И когда я вошел, я решил, что это просто тут что-то будут пылесосить. На самом деле это просто рука, да? Я поэтому не хочу вам ничего рассказывать. Да, поэтому... Чтобы будет персональное искусство от Дмитрия. Ага, понятно, понятно. Все объяснит. Ага. Выставка называется «Я врываюсь». Я, да, это я видел по Фейсбуку, да, «Я врываюсь в твой дом», понятно. Ага. Ясно. Да, значит, это резиновые, да? Резиновые и металлические. И тут деревяшка вставлена. Да. Ага. Как его еще раз, вот этого, сейчас я посмотрю. Таруц, Алексей, да, Таруц. А вы его видели, да, Таруца? Ну, конечно. Сколько ему лет примерно? Он 80. 80. 88-го, да? Ага. Понятно. Он достаточно молодой, но он больше занимается перформансами. Ага, ага. Все московские, да, эти люди? Московские. Да. Ага. И все до 40 лет, да? Конечно. Ага, отлично. И вот это можно бумажку взять, да? Да. Ага, там все написано. А по поводу возраста Таруса? Нет, ну нет, вот. Понятно, нам просто... Нет, ну тут схема есть. Да, тут все да, есть. Отлично. Отлично. Я сейчас буду изображать то, что я вам ничего не скажу. Ага, хорошо. Он так просил, да? Ну, да, потому что все-таки... Это его кураторский проект, ага. И я думаю, что о выставке именно он должен... Понятно, понятно. Освещать. Ага. Ладно, спасибо. Да. Все очень интересно. Еще сниму снаружи. Спасибо. Ага. До свидания. Выставка называется «Кто у меня мать на самом деле?». Это прям по Макарию Египетскому. Отец. Это хорошая вещь, мне нравится. Да, точно какой типа Серафим. Точно совершенно. По Макарию Египетскому. Это отличная вещь. Россия вообще вся по Макарию Египетскому устроена. То есть это избирательная теория его. Это не то, что все люди таковы, а именно в России вот таковы. Хорошая выставка. И название отличное. Даша Кузнецова, интересно, какого она года, сколько лет?